как раз боремся за то, чтобы русский язык получил такой статус. И вот это наша борьба, вот здесь есть ребята из Латвии, которые как раз в самой активной фазе этой борьбы участвуют. Это был 2003-2004 год, когда создался штаб защиты русских школ, потому что, конечно, вот эту проблему, проблему языка и наличие второй общины, власти пытались решать через ликвидацию образования. Ведь что такое культурная языковая община? Она есть в настоящий момент, есть разные поколения, но она может прекратить существование следующих поколений. Вот так произошло с русской эмиграцией во Франции. Вы знаете, сколько после, в результате гражданской войны оказалось во Франции русских? То-то примерно число. Может сказать? 2 миллиона, да, не меньше, чем 2 миллиона. Где сейчас практически из той эмиграции, из этой первой волны эмиграции, потомки по-русски не говорят. У графа Шереметьева, моего хорошего друга, председателя Международного совета российских соотечественников, его наследники, сын и дочка, ни один не говорит по-русски. Учат сейчас. Пушкина, вот есть чита Пушкина, мы их приглашали накануне юбилея поэта, в июне они были здесь, в России, а в конце мая